Все кардинально поменяется. Ну, наверное, наступит мир в конце концов. Хоть прекратятся обстрелы. А это самое главное. Для нас это самое главное. Конечно, конечно лучше. Хотя это самое. Какая-то перспектива будет хотя бы у детей у наших. Да, это и экономически выживем. Выживем, встанем на ноги. Не я, так мои дети. Конечно, хочется, чтобы это уже все прекратилось и был мир. Потому что надоело это все уже.